извините, материк собор. Вот. Вообще она в процессах тренировки ничего не понимает. Ну лезет всего, ей дали власть, она хочет омолодить команду. Но пока ты не победил, вот допустим, Шкняп Жидина Александр, это наш мальчик, он везде постоянно как бы отмечается, на республике все. С кого составлять? Она молодых его убирает, хотя он молодых выиграет. Но я думаю, когда-то лопнет терпение, дойдут кто-то до министра спорта и прочее. Потому что ну нельзя так руководить. Она сейчас разваливает команду. Вот уже Дениса говорит, наверное, тебя пора выгонять. А кого оставить? Жизненно уже как бы выгонять. Кого оставить? Не получается, у вас нет возможности быть рядом с воспитанником на таких крупных международных? Да нет, это давно нет. У меня уже ребята бегали на 4 Олимпийских играх. Солнце-Сити, Турин, Ванкувер, Сочи. Ну, в Сочи я присутствовал, а так никуда не берут. Я все равно присутствовал, в деревню меня не пускают. Покаляется обстановка. Это, она просто доведет, что команда развалится. А вот подскажите, Денис, допустим, как можно журналистам тебе помочь, не упоминая, допустим, тебя? В этой ситуации вообще никак, да? Это уже прорабатывали, но на столе пытались какими-то путями, но это никак не получится. И... Я объясню, я разговаривал с Ель, я как бы так, без плохих отношений, понимаете? И она приезжает в Кустанай совместно со мной, чтобы провести сбор, как бы учится у меня там, смотрит, что делает. Вот. Ей дали власть, солидную власть. Я как бы ее и тормозил. Я говорю, Люда, ты зачем голову подставляешь? То есть осталось 2 года для Олимпийской. То есть надо цикл проработать. А 2 года осталось, редко то, что может. А говорит, с меня ничего не спрашивают, мне дали 6. То есть на эту Олимпиаду, то есть никто и не обращает. Своим приходом она и сказала, что следующая Олимпиада в 2018 году ее не интересует. Не интересует. Поэтому она еще хочет крутит. Но это же неправильно. Она хочет просто, как я понял, омолодить команду. Ну команда так не омолаживается. И какой он старик, допустим, вот сейчас на мире бежала Бигштайн. 44 года, бабушка, у нее уже внуки, внучки и прочее. 44 года и стала второй. Ритма был такой, 37 лет он бегал, человеку 28, уже старый. Сама бегала до 32 лет. Я ухожу. Вот произошел конфликт между Борисом и Прокашевой, и получилось 2 лагеря. Главный тренер и ассистент. И вот я к нему подключился, мы как бы вдвоем тренер-консультант работаем вместе. Ну и получилось под конец сезона набрать какую-то базу, опять же, набрать скорость, набрать именно уверенность, которая дала. И сейчас я чувствую себя, что могу еще выступать, но, к сожалению, уже международные старты закончились в этом году, в этом сезоне. И получается, все мои силы, да, что я копил, я накопил именно на последний старт. Да это хочется еще сбегать сейчас. Я думаю, что если поставят мне опять на 1000 метров, то будет другой расклад, и совсем другая медаль. Это однозначно, потому что есть уверенность, есть сила. В ногах это чувствуется. Ну, как есть, так есть, как говорится. Буду пробовать сейчас, конечно, на чемпионат Казахстана поехать. Многоборье для меня это будет... Нет, мучение очень сильно. Дистанция 5000 метров, 10000 метров это очень длинно для меня. После этой дистанции на месяца полтора отходить придется. Ну, хочется сбегать свою дистанцию, это 500 и 1500 метров, чтобы доказать всем, что я заслужил быть сборной Казахстана. Не просто так вот. Я не нужен, вы старый. Может быть, вопреки, но точно не продлеваете. Как сказали, что незаменимых людей не существует, да? То есть, да, меня убрали, поставили другого, и тренер дальше работает. Спортсмен отдыхает. С других стран приложений не было? Ну, это... В конькобело спорте это не практикуется. То есть... Ну, на время голландцев... 2 года пауза должна быть. 2 года. Да, а за 2 года без международных стартов это все. Кому не нужно, да? Ну просто не выйдешь на уровень. Есть, конечно, люди, вот как Курыжников Павел. Он 4 года был в дисквалификации.